Итак, что из себя представляет оспа обезьян? Очень мало информации, мало кто ответил правильно на симптомы. Я думаю, что правильная информация – это самый правильный подход в данной ситуации. Да, больной оспой обезьян остается заразен вплоть, даже если высыпания покрылись корками, то есть корки тоже инфицированы. Обычные вакцины, которые используются против определенной конкретной инфекции. В принципе, оспа обезьян – это действительно инфекционное заболевание. Одно из значительных проявлений – это высыпание на коже. Я надеюсь, да, эту передачу посмотрят многие, она будет полезной, понимать, что происходит со здоровьем и какие меры предпринимать.